Всем привет, шеф Стас снова с вами. Сегодня мы будем готовить простой и быстрый рецепт — карамелизованный красный лук. И карамелизовывать мы его будем с коричневым сахаром, красным вином и бальзамическим уксусом. Это мировой закусон, а также прекрасная добавка к пицце, к пасте или просто в сэндвич. Итак, пойдем готовить. Итак, берем 1,5 килограмма красного лука, чистим его и, сдерживая слезы, нарезаем полукольцами в сантиметрах толщины, чтобы лук сохранил свою форму и хрусткость, или тоньше, если хотим, чтобы результат был ближе к конфитюру. В большую кастрюлю наливаем оливковое масло, прогреваем и начинаем обжаривать лук на сильном огне, помешивая. Почти сразу посыпаем солью, чтобы лук быстрее начал отдавать лишнюю влагу. Когда лук размякнет, убавляем огонь до среднего, добавляем красное вино, выпариваем его, помешивая. Затем поливаем лук бальзамическим уксусом и продолжаем помешивать. Когда на дне останется мало жидкости, посыпаем лук коричневым сахаром, замешиваем его и продолжаем готовить, пока вся влага не выпарится, а лук не приобретет красивый темно-рубиновый оттенок. Попробуем на вкус, хватает ли соли, сахара и кислоты. Даем остыть. Карамелизованный лук может храниться в холодильнике до 5 дней или несколько месяцев в морозилке. А использовать его можно практически в любом блюде, например, добавить в ваш любимый сэндвич. Украсить им хумус. Или сделать его прекрасным дополнением к сырной тарелке. Приятного аппетита!